Так, вертолет пролетел над домом. Не знаю зачем. Так, мы сейчас с вами рассматриваем ситуацию, получается, в Курской области. И одновременно цепляем здесь же правительство. Поглядим. Но я от своих слов не отказываюсь. Я как говорил, так и буду говорить. Как карты показывают, еще какой-то конфликт нас ожидает. Если это открытие второго фронта, тогда более-менее все понятно. Если вмешательство идет третьей стороны вмешательство. Сейчас посмотрим. Так, давайте кинем карты сначала на, получается, что там у нас Курская область, приграничье, СВО. Вот все вот в этом духе, что карты покажут. Что они покажут? Сейчас, секунду. Так. Показывают. Сплочение, общность. Почему-то здесь карта обмана выпадает вот здесь вот. Приграничье. Это родная земля идет. Родная земля. А приграничье почему-то у меня выпадает... Карта власти, выпадает либо денег, возможно, власти, общность. Дорога эвакуации, эвакуация мужчин вижу. А мужчин вижу, мужчины будут позже, мужчины там будут попозже. Мужчины позже в области будут, пока эвакуация идет. Но почему-то здесь что-то, какой-то элемент чего-то показного есть. Объединяющие объединения. Есть объединение, но как будто показное. Что-то вот на показ делается. С родной стороны. С родного дома здесь на показ есть. Поездка в другой город. Эвакуацию вижу. Эвакуация есть в основе, по крайней мере, будет происходить. А минимум неделя где-то, неделя эвакуации. Так, сейчас отдельно кинем, кто там. Разлука, эвакуацию вижу. Мысли о человеке, знакомом, эвакуации. Карты говорят, эвакуация. Эвакуация есть. Своим ходом, не своим, я не знаю, показное выпадает, так что верить, не знаю, общности какой-то, здесь общности, объединению, верить такое себе. Эвакуация есть, эвакуация производится своими силами, не своими. Эвакуация есть. Плохой поступок со стороны взрослой дамы, женщины. Выздоровление, удача в бизнесе, выделение денег вижу, выделение почему-то такое себе. Женщина, опять какая-то женщина выпадает. Что за женщина? Женщина, связана это с порядком или с чем? С системой. Туз будет, туз треф. Туз треф, король треф, чтобы мне более-менее понять. Нет, отстаивание чего-то идет. Отстаивание идет, валет с королем выпадает. Отстаивание здесь больше идет системное. Отстаивание системы. Система отстаивает себя вот где-то здесь. Что-то как-то так себе отстаивает. Система отстаивает себя. Система отстаивает. Отстаивание системы идет. Система отстаивает себя, да. Но что-то как-то... Ну, как-то вот тут волнения больше связаны. Волнение с волнениями. Отстаивание будет произведено, но осадочек останется. Система отстаивает себя на фоне всего вот этого вот эвакуации. Она отстаивает. То есть я делаю все правильно, но что-то как-то здесь со лжой. Лжа есть. Здесь есть лжа. Карта семерочка выпадает. Семерка треф. Так, разговоры будут про территорию. Разговоры про территорию. Мужчин вижу, мужчины будут позже на территории.
Позже карты показывают. Позже, нет, позже, позже будут. Позже мужчины будут. Пока дороги не вижу. Мужчины, это что-то иностранные показывают. Иностранные мужчины. Я думал, они выдвигаться будут. Они что-то как-то... Как-то иностранные мужчины особо не хотят выдвигаться. Кто там иностранец есть? Иностранцев показывают. Король выпадает, силовик. Не вижу выдвижения иностранцев. Иностранцы больше говорят с бородами, которые вот иностранцы. Они говорят больше, но я не вижу, чтобы они выдвигались. Дороги, где дороги? Дороги мужчин, мне дороги нужны. Дорог не вижу у мужчин. Мужчины будут, но позже. Которые будут отстаивать. Что-то у меня они не выходят, дорог нет. Не знаю, почему дама выпадает, и все, дама препятствует им. Мужчинам дама препятствует выдвинуться в приграничные регионы. С нашей земли, с нашей земли. Вот туда почему-то. Я не вижу их здесь. Мужчин нету. Вы видите мужчин? Я не вижу, не вижу мужчин. Карта системная есть. Система что-то... Она отстаивает себя. Система отстаивает себя. Но почему-то уверенности нет. Уверенности нет. Что-то как-то так. Планы мести вынашиваются, но планы мести будут позже. План мести, да, он есть, я его вижу, план мести, но он будет позже. Как будет осуществлена месть, это уже дело второе, карты не показывают. Рейд. Можете показать, кто вообще участвует в рейде, силы, силы вот этого рейда. Сейчас дальше власть зацепим. Нашу власть с вами зацепим. Чего там да как. Сначала рейд. Кто участвует в рейде. Силы в рейде. Кто участвует и так далее. И тому подобное. Силы участвуют. Силы... Силы контрактные, недобровольные, силы более такие, которые уже порядок, у них порядок есть, это недобровольцы, они уже как-то прижились, карта обмана, это либо дезинформация, либо какие-то войска, которые участвуют в, чё там это самое, как его называется-то, командос, они чем занимаются? Этим самым, как его? Подрыв зданий, подрыв каких-то нужных объектов. Вот это вот, как, блин. Забыл, слово вылетело из головы. Ну, в общем, вы поняли, наверное, меня, да? То есть, ключевые объекты, нейтрализация ключевых объектов. Здания и так далее, и тому подобное. Бои еще будут. Бои еще будут продолжаться. Да, вот они выпадают. Это более похоже более на регулярные войска. Более регулярные войска. Так, с другой стороны. Легион, то, что вот там пришло, это более, я так понимаю, смешанные. Карты иностранцев отсутствуют. Карты иностранцев отсутствуют. Либо это интернациональный регион, либо это регион, либо что там у нас отряды участвуют, либо оно смешанное идет. Потеря.
Потеря идет. С потерями продвигаются, что ли, или чего? Потеря, чего-то у нас потеря. Потеря, хлопоты. Либо они знают, что будут по ним наноситься удары, они уже смирились с потерями, либо потери несут. Ущерба нанесут. Куда-то еще двигаться будут. Задание есть. Договоренность есть. Карта порядка. Куда-то они двигаются, даже пусть с потерями, но они что-то выполняют. У них дальше куда-то задание есть. Кто еще с ними? Можно узнать. Договоренность с кем-то есть. Еще какая-то дорога, еще плюс один удар. Еще какая-то дорога есть. Либо утренняя, либо она ранняя какая-то. Вот удар есть. Еще дорога какая-то. Какие-то люди еще выпадают. Еще люди плюсом есть где-то. Договоренность с ними есть. Вот у этих, что сейчас едут, какая-то задача, то ли крюк они делают, то ли еще что, у них есть план, куда нужно идти. Потери, да, потери есть, потери как с одной стороны, так и с другой, но здесь более задача вот этих вот товарищей состоит в том, чтобы что-то вырубать. Здания, объекты, что-то не просто зашли, там что-то есть. Потери, да, несут потери, значительные, незначительные. Далее бои будут, далее там какие-то бои будут. Более такие увлекательные бои. Что у нас идет? Защита есть. Больше что-то неожиданное здесь, с неожиданностью связано. Это мужчина отвернут. С нашей стороны, ну, как-то можно было и поактивнее. Что еще известие от женщины, от финансов женщины, выделение помощи. Здесь с нашей стороны выделение помощи. По-моему, с нашей стороны. Сейчас, секунду. Что за женщина, выделение помощи? Может, это Европа? Женщина какая-то. Выделять что-то будет. Деньги какие-то выделяет. Деньги. Насчет женщины я промолчу. Я не знаю, что это за женщина. Если Европа, это деньги не нам выделяют. Она повернута в другую сторону. Какие-то карты больные какие-то идут. Две дороги. Не могу понять, что за женщина. Ладно, промолчу, что за женщина. Непонятно. Мне не будут докладывать карты. Не буду в заблуждение вводить. Плохая новость, провал, скандал, связанный с деньгами. Что-то здесь с деньгами выпадает для одной из сторон. Если это ВСУ, ВСУ лишатся какого-то денежного потока. Если это выпадает на Россию, то денег не ждите. Вот перекрытие идет финансов. Я сейчас смотрю противоположную сторону. Но у меня здесь и наша сторона идет. Тут денег не ждите от какой-то женщины. Ну, женщина. Так я не могу понять, с чьей стороны. Ладно, давайте смотрим, как это отразится на нашем правительстве. Там, что они вообще покажут, карты, чё. Книга упала. Книгу сейчас читаю просто Стивена Кинга. Она у меня тут валяется. Ну, не валяется, лежит. Я ее неровно положил, она у меня с коврика упала. Мышиного коврика упала. Так. Ну, давайте поглядим, что там правительство у нас. Каковы его планы?
и так далее и тому подобное. Опять какая-то женщина выпадает. Что за женщина? Ох ты ж, две карты, ладно. Да ничего такого не выпадает. Замыкание идет, полное замыкание. Ничего даже и даже не думайте. Оно так и будет до конца. А, тайная любовь. Ребят, даже тут забейте вообще путешествие. Нет, оно так и будет до конца. Ничего у меня тут не проигрывается нового. Диалог с собой. Даже тут ничего говорить не буду. Никак. Лжец. Диалог с собой. Лжец. Надуманности. Любовное увлечение. Ничего не вижу. Ничего хорошего я не вижу. Вынужденное негативное свидание. Переговоры вижу. Коммерция, бизнес главное, отстаивание своих интересов идет. Есть. Ничего хорошего я не вижу. Смотрите. У нас сейчас идет период, вот смотрите, кто знает царскую Россию, кто знает СССР, оно идет все по замкнутому кругу. Что разбивает закостенелость, ребят? Вот закостенелость, вот представьте себе кость. Вот кость закостенела, все. Мышца закостенела, все, рука закостенела. Вы ее в одном положении держите, все, она уже не двигается. Что разбивает вот это вот все? Удар. Должен произойти удар, то есть потрясение. Для царской России это там был бунт, революция, еще одна революция, там разгон получается в этом. В Зимнем дворце, по-моему, да, разгон был. Этого временного правительства, установление диктатуры, гражданская война и так далее и тому подобное. СССР что разбило? Ну, некомпетенция, получается, что у нас еще? Некомпетенция власти, идеологический упадок, то есть никто уже не верил в коммунизм, и Горбачев. Конечно, куда же тут без личности Горбачев? Вот, что сейчас изменит? Ну, по аналогии смотрите. По аналогии. То есть, ну, должно случиться какое-то потрясение. Я здесь ничего не вижу. Все, там, все закостенело в правительстве. Там, все. Кого не возьми, закостенело. Тут группа. Нет. Нет, тупик. Группа людей, правительство показано, группа людей. Тут финансовые, что-то вот, разговоры идут. Тупик. Все, тупик, пусто. Нет, тут отстаивание своих интересов идет. Гордость, отстаивание своих интересов, независимость. Нет. Нет. Я даже тут говорить ничего не буду. Карты показывают одно и то же. Тут все. Даже добавить нечего. Еще раз говорю, закостенелость разбивает что-то вот. Она о камень разбивается, понимаете? Вот как глиняный, большой, какой-то вот, ну, как это сказать-то. Сосуд. Оно что-то разбивается, как Титаник и айсберг. Вот плывет Титаник. В тумане моря голубого. И бах, и айсберг. Нет. Не договороспособность. Разговоры упираются в никуда. Дальнейшие события. Давайте кинем дальнейшие события. Ну, я говорю, тут ничего уже не изменится. Деньги.
Деньги, разочарование. Деньги, деньги, выделение денег будет, я так понимаю, разочарование в чем-то. Большая прибыль. Необходимость отдыха, истощение. Очень большой резонанс идет. С одной стороны, карты показывают деньги, прибыль, благополучие, насыщенность. С одной стороны, насыщенность, там, с другой стороны, разочарованность идет. Неудача, разочарованность, обида. Упадок. Пир во время чумы, возможно, что-то в этом духе. Пока ничего такого не вижу. Вот как все идет, так и идет. Последствий вот всего этого действа, которое происходит, я особых не вижу. Я как вижу, так и говорю. До Москвы вот эти вот люди, которые зашли в Курскую область, я не вижу, чтобы они дошли. У них какое-то там свое задание. Ну, всякое бывает. Как говорится, дерьмо случается. Shit can happen. Так, американцы говорят. Ну, в общем, вот как-то так. У меня проигрывают карты. Спасибо, что смотрели. Но я еще раз говорю, здесь налицо кризис власти идет. Ну, все тут. Тут даже гадать не надо. Все там, все закостенело. Там. Оно идет по кругу. По одному большому замкнутому кругу, из которого мы не можем выбраться. Оно вот все по одной спирали идет, и идет, и идет, идет, как знаете, вот эта вот мышка, белочка, там, я не знаю, кто еще, бегает по кругу, кошка, вот по кругу замкнутому бегает, бегает и не может остановиться. Вот, у нас как-то вот так же все происходит. Куда-то мы вот упираемся все и... Бодаемся, бодаемся, бодаемся. А зачем бодаемся? Для чего бодаемся? Непонятно. Вот так у меня проигрывается. Спасибо, что смотрели. Это гадание. Просто гадание. Так что относитесь соответствующе. Спасибо. До свидания.